В Вашингтоне строится крупнейший в мире музей Библии. По соглашению между музеем и управлением древности Израиля, сразу после открытия там будут выставлены артефакты, найденные при раскопках в Израиле. Здание музея вырастет недалеко от Национальной аллеи и знаменитого комплекса Смитсоновского института, где расположен, в частности, музей авиации и космонавтики. Строительство здания музея началось несколько дней назад. Наша идея и наше желание – рассказать историю Библии так увлекательно, что люди будут часами ходить по музею, отметил основатель музея Библии Стив Грин, предоставив макет нового здания. Семья Стива владеет одной из крупнейших коллекций библейских артефактов в мире. Большинство из них разместятся в новом музее наряду со многими современными экспонатами, призванными оживить Слово Божье. Музей планируется открыть в 2017 году.